было заседание комиссии по культуре по данному вопросу. Поэтому я хотел бы, чтобы мы этот вопрос сегодня рассмотрели. Мы на комиссию пригласили начальника управления национальной собственности города. Ну, давайте послушаем этот вопрос. Добрый день. Я сейчас доповедаю. Подождите, Я подал проект решения на сессию областного населения о необходимости передачи кинотеатра «Искра». История достаточно простая. Думаю, что все прекрасные депутаты знают, на всякий случай я все равно озвучу о том, что был кинотеатр этот городской собственностью. Решили сделать из него филармонию, потому что такой запрос был, и он сегодня, до сегодняшнего дня остается. Но, как вы видите, после так называемой революции, естественно, пошло все в разруху, никто ничего не делает, и единственное, что мы можем и констатировали, там еще больше разграблено, выделяются деньги на охрану этого помещения. Но такое ощущение, что охрана вместе с, или может быть, или сама охрана продолжает дальше разворовывать и что-то там еще подбивать, то стекла, то обдирать потолок. Помещение приходит в негодность. В областном совете и в областном бюджете денег недостаточно. А в городском бюджете мы знаем, что профицит и нет планов, куда использовать. К сожалению, мы вот обращались к Евгению Валерьевичу, когда он еще был замом по таким вот гуманитарным вопросам. Стратегию никакую по развитию не предоставил, когда стал заступником областной государственной администрации. Теперь спрашивают, а где же стратегия, которую город должен предоставить? Вот мы по этой причине, зная, что у нас сегодня в руководстве такие руководители, просим вернуть в городской совет, чтобы они действительно смогли привести доклад и сделать из этого действительно социальный объект, а не продать и сделать из этого коммерческий объект, на котором настаивает, в общем-то, сегодняшнее руководство областного совета. Максим Ильич, так это мы за Евгения Валерьевича тогда? Нет, мы передаем силу ряда вопросов, а вы как считаете, нужно передавать? Все. И в том числе и за изменения. Так, вот и все. Да. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, вот в конце апреля было соответствующее обращение городского головы на областной совет с такой инициативой. Вы знаете, что передача объектов с государственных коммунальных и с коммунальной собственности областных территориальных громад области в городские осуществляется согласно закону про передачу объектов прав государственной собственности. Но поэтому мэр имел полномочия инициировать этот вопрос, и это обращение находится в рассмотрении областного совета. Вот какое будет мнение там дальше по процедуре, мы все.